Да я все там же, нахуй. А где нельзя говорить? В Николаевской области, брат. Пацанов убило много. Вот, моих, которых я, много лет знал. Вот, много пацанов погибло, хохлы на самом деле, хуярятся нормально. Нормально хуярятся. Да, а что ему еще делать? Они все там защищаются себя. Вот у меня, брат, трое детей, жена, нахуй. Они, блядь, живут в Шлужепке в квартире, нахуй. Я, блядь, от того, что я присяду, они вообще, блядь, пьют. Понимаешь, если бы я только за себя рассчитывал, я бы, блядь, и подумал бы над этим, понимаешь? Я бы уже, меня бы давно, блядь, здесь не было, просто съебался бы, сука, давно отсюда. Мы от этого не умрем, от холода. У нас одежды много, нахуй, теплой. Мы от холода не умрем. А вот эти вонючие, блядь, ублюдки, вот эти в Италии, в Германии, нахуй, блядь. Я, знаешь, я когда узнал, что с Австралии, понимаешь, оружие на Украину поставляют, я просто охуел. Я говорю, так там же кенгуру одни живут. К вам мобилизованных подводят? Сейчас, короче, я слышал, что сейчас они, блядь, вот у нас, вот, Херсон, короче, это сзади нас, это тыл. Вот, я слышал, что сейчас, короче, там уже, блядь, чеченцев, блядь, привезли. Ну, начинают привозить, понял? Что бы там ни говорили, не рассказывали, это все чушь полная. Чушь. Вот, мы, блядь, тут живем, ебать, сначала. Ничего, нахуй, нет. Все сами, блядь, мутимся, делаем что-то.